друзья. Вот, смотрите, несколько кустов инжира у меня. Это уже довольно взрослые кусты, в траншеях растут. Вот, и да, вот если, видите, вот она траншея. Вот глубина где-то на полтора штыка примерно. Ну и смотрите, что там внизу сейчас в траншее, ничего не видно. То есть надо, я сейчас буду заниматься такой зеленой операцией, как удаление нижних 2-3 листьев на побегах. Вот смотрите, вот посмотрим. Так, вот опускаемся вниз и вот смотрим, вот побег. Растет побег. И внизу я удаляю. Раз, два, три, четыре, пять. Вот. 6 листьев примерно, да? Ну, 7 может. То есть я освобождаю вот эту нижнюю часть от листьев. Что это дает? Ну, во-первых, лучше проветривается куст. Раз. Второе. Сюда лучше и больше попадает солнце. Вот посмотрите, тут уже вот на побеге фиги. Вот они фиги. Больше попадает солнце. То есть быстрее будет созревать, будут фиги. Вот они еще. Вот. Это куст Black Italia. Будут они созревать быстрее. Ну и еще основное, третье, то есть эти листья, нижние листья, ну любые листья со временем по прошествии 60-80 дней устаревают. Вот как эти, посмотрите, вот видите этот лист, вот я вам его показываю, он старенький уже довольно, видно, что с пятнами, побледнел, постарел, подсыхает даже. То есть вот эти вот листья, они уже им очень где-то там 60-70 дней возраст. И эти листья уже не производят питательные вещества. Они только отбирают на себя питательные вещества, которые должны пойти, по идее, на рост и созревание плодов. Поэтому, удаляя эти листья снизу, внизу побега, я делаю, так сказать, благо кусту. Он в конечном итоге сам сбросит эти листья. Ну, чуть попозже чуть. А я ему помогаю. Вот, смотрите. Вот так. То есть, вот теперь можно посмотреть, подняться издалека посмотреть. Видите, уже хорошо просматривается основание куста. А здесь вот рядом, где я не убирал, там еще заросли. Вот. Там заросли. Поэтому периодически я провожу такую операцию. Что еще я удаляю? Удаляю ненужную поросль. Где-то молодые побеги. Ну вот, к примеру, смотрите, на вот этом вот побеге. Вот рядом. Вот здесь вот выросли какие-то непонятные побежки, маленькие, коротенькие, вот он, 7 сантиметров. Я его удаляю. Они тянут на себя питательные вещества. А нам это не надо. Питательные вещества должны идти на питание. Вот, смотрите, побег. Ну куда такой вот поросль такая? Она никуда не годится, и я ее удаляю. Вот так, очистил уже основание куста, этот кусочек. Ну, сейчас буду продолжать дальше удалять нижние листья. Ну, а так, друзья, рекомендую вам провести такую операцию. Это облегчит уход за кустом. Раз. Второе. Это добавит солнце внутрь куста. Два. Ну, и третье. Это ускорит созревание. Созревание побегов. То есть не побегов, а фиг. И сейчас, друзья, хочу показать вам прививку. Привитый черенок черный Сан-Педро. Привит он 1,5 года назад, зимой 21 года. Вот она прививка. Черенком в расщеп. Вот это место прививки. Вот оно.
нормально все срослось, и вот вырос вот такой побежек, два побега. И на нем вот такие, тут два, и тут один, две фиги. Это фиги, это не бребы. Почему они такие уже крупные? Ну, во-первых, потому что это прививка, этот горшок, это в горшке растет. Вот горшок закопан до половины в землю. Этот горшок стоял у меня на лоджии зимой, и уже в конце зимы на лоджии потеплело, то есть вегетация этого саженца началась раньше, поэтому уже имеет вот такие вот фиги, черный Сан-Педро. Интересно, какие они вырастут, какой их вес будет. Посмотрим, понаблюдаем. Вот. Ну а здесь растут саженцы инжиров. Вот немножко, вот я обратил внимание, немножко они побледнели. Более желтый стал цвет листьев. Нехватка железа, хлороз. Сегодня обработал хилатом железа. Вот, подрастают саженцы. К осени будут хорошие, до метра высотой, скажем так. Работает капелька. Ну и пусть себе растут. Канадрия, несколько бреб зацепилось, но это горизонтальный кордон у меня формировка, поэтому бребы, в принципе, тут не должны появляться. Если появляются они, то несколько штук, 1, 2, 3, 4 там штучки. В основном это такая формировка предполагает получение основного урожая. Канадрия. Ну все, друзья, вот такой вот короткий экскурс, небольшое видео. Ага, ну и естественно, вот смотрите, здесь у меня вот был прищипнут побег, и из пазух листьев начали расти пасынки. Естественно, я удаляю пасынки. Вот, удаляю пасынок, а фига остается. Здесь то же самое. Удаляю пасынок, фига, вот она, остается. Оставляю верхний пасынок только, вот так. Вот, это рондина. Все, друзья, до встречи и хороших вам урожаев!